Свой 80-летний юбилей отметила старейшая школа Ульяновска номер 6, носящая имя педагога и просветителя Ильи Ульянова. За это время школа успела выпустить десятки тысяч человек. Сегодня образовательное учреждение входит в список лучших школ региона. А несколько лет назад учреждение стало первой школой-партнером Ульяновского госуниверситета. Сотрудничество позволило руководству школы открыть лицейские профильные классы. Ребята получают образование по гуманитарному, социальному направлениям и информационным технологиям. Я очень доволен обучением здесь. Я очень горжусь тем, что я учусь в этой школе, являюсь ее учеником. Наши учителя легко доносят до нас материал, они повышают интерес к предметам. Останавливаться на достигнутом школа не собирается, и уже в этом году планируется создание новых классов для дополнительного образования учеников. В этом году, уже в учебном году, мы планируем запустить вместе с областным детским технопарком кванториум на базе нашей школы и открыть современные цифровые лаборатории. Не забывает школа и о своей истории. Десятилетиями учреждение собирало ценные экспонаты для своего музея, посвященного педагогу Илье Николаевичу Ульянову. Празднование дня рождения прошло в стенах Дворца творчества детей и молодежи. Поздравить юбиляршу пришли представители правительства, городской администрации, выпускники и школьники. Мне хотелось бы от жителей города Ульяновска, от власти, конечно, депутатской, поздравить замечательных выпускников, которых сегодня тысячи людей трудятся на предприятиях города Ульяновска, пожелать им на сегодняшний день здоровья, удачи. Школа гордится своими выпускниками, среди которых и председатель областного правительства Александр Смекалин. От лица губернатора и правительства он вручил школе сертификат на приобретение научного и лабораторного оборудования. Я думаю, что этот подарок поможет в дальнейшем создавать современные лаборатории и поможет развиваться ребятам и достигать новых высот в науке и в своем развитии. В новой лаборатории ребята смогут изучать передовые технологии в области электроники, мехатроники и прикладного программирования. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.